с кем-то из них встречались? А вы знаете, никак, вообще и ни разу. Ни разу. Ну, с заместителем главы города по социальной политике, она же курирует и туризм, и спорт, она и здравоохранение, и молодежную политику, это Туник, Ольга Владимировна. Мы один раз с ней встретились, познакомились у нее в кабинете. И все на этом. Больше ни разу, ни звонка, ничего вообще. Чем человек занимается, я не знаю. Ну, хоть бы позвонила, какое-то предложение, может быть, от нас поступило, может быть, от нее какие-то идеи, может быть, чем-то помочь, да вообще посмотреть, как мы здесь проживаем, чем мы здесь занимаемся. Нет, вообще, это впервые такой у нас заместитель по социальной политике. Ну и по поводу тоже еще заместителя по общественно-политической работе Оксана Владимировна. Мы ее вообще не знаем, для чего этот человек, по какой общественно-политической работе, с кем она проводит, какую работу проводит. То есть вот такой команды мы еще и не видели. Это впервые такая у нас команда. Не знаю, но если уж глава города до нас не может доехать, ну, видать, мы так далеко уже здесь. Такие заместители, наверное. Ну, вам-то есть что обсудить? Какие вот сегодня самые насущные вопросы? Да самые насущные вопросы у нас, самая головная боль – это доступная среда. Вот мы когда проводили, Генрих проводил заседание общественного совета, или как координационного совета по делам инвалидов, да, и мы высказали свои предложения, свои идеи, и в основном по доступной среде. По пешеходной зоне, по тротуарам, бордюрный камень, подходы, отходы к пешеходным переходам, светофорные объекты, сигналы на этих звуковые сигналы на светофорных объектах.